Всем привет! Очередная посыл из Китая. Открываем. Так, внутри какие-то тряпочки. Смотрим, что же это пришло. Друзья, я даже и не понял, это китаец, наверное, надругался. Я такое никогда в жизни не заказывал. Какие-то трусы мне китаец прислал. Что какая-то чепуха. Причем трусы, ну, конченючие. Качество... вообще конченая. Наверное, это прикол какой-то. Но здесь, наверное, синие трусы. Ссылку даже на трусы вам не оставлю в описании. Но вот так бывает. Китайцы исполняют. Наверное, что-то перепутали. Кто-то заказывал эти УЕ трусы, а я заказывал что-то другое, видимо. Ну, как-то так. Напишите в комментарии, бывало ли у вас такое, что вам приходит не то, что вы заказываете. Всем спасибо, всем пока.